как оно имя? Зожье. Как оно родилось? Родилось оно из... Ну, в народе есть такое понятие выкатывание яйцом. Выкатывают вареным яйцом или сырым. Ну, практика, в общем-то, широко известная. А в какой-то момент вот я решил попробовать. Яйца не было там как-то, ну, какая-то ситуация. И вот пробовал сухо, получилось ничего. Это было примерно лет 17-18 назад, я точно даже не знаю. Можно было бы делать там, не поддавая на печку. Ну, там вы увидели бы экран только, а здесь лучше видно. Но мы постараемся прогреть и без бани. Это соль? Это соль. Хорошо, что вы фотографируете, то есть тело вот оно определенного цвета сейчас. Если она прогреется, она будет ближе к красному, да? Наверное, это произойдет. Я выкатаю только спину, потому что у нас время ограничено. Очень часто в бане пользуются солью. Делают солевой пилинг. То есть вот так вот труд. Вот этот солевой пилинг, да? Выкатывание — это совсем другая работа. Пилинг идет поверху только по коже. А выкатывание у нас оно пойдет вглубь. С помощью выкатывания мы убираем, ну, как минимум, всю ненужную информацию с тела. Где-то в телевизоре реклама прошла какая-то, ну, чьи-то эмоции, кто-то в автобусе там на кого-то ругался, или где-нибудь в семье какие-то бывают. За неделю это все накапливается. И если вы раз в неделю будете выкатываться солью, у вас все хорошо. Практика показала, что раз в неделю достаточно. Можно и чаще. Ну, соль нанесена, теперь надо ее прогреть, у нас же бани тут нет. Прогреем, потом будем должны катиться. Кожа. Не тереть, а катиться. Как шарик катится. То есть без нажима катиться. Понимаете? Вот нажим можно регулировать. Но кристалл должен катиться. Как мячик лежит, но кожа после такой процедуры становится бархатной. Но это не самое бархатное. А соль же обычно влагу притягивает. Она из тела не берет влагу? Ну, если это делать в бане, то там влаги достаточно. А соль не будет растворяться от влаги? Пускай растворяется. А катится? Не катает как? Ну, добавляем новой соли. Вот я сейчас добавил. Она раскатилась вот вся. Не осталось. Тут еще много соли. Берем новенькую, добавили. Обычно стоит или пачка, или несколько пачек в таком вот. Такой емкости, такой соли достаточно возможно. Чем у них?
уникален кристалл соли тем, что на него легко можно записать. Ну, буквально, вот, когда записываешь что-то, информацию, да, на флешку выпишется. Точно так же на кристалл соли очень легко пишется. И уже сказали, что она растворяется в соли. Руки должны быть расслаблены. Можете посмотреть на локти. Обычно массажисты как делают? Локти согнули, разогнули, правда? Локти не разгибаются, не сгибаются практически. По корпусам работаете? Помол номер один. А сегодня стоит на лучше. Не знаю. Может быть. Это уже нюанс. Если у человека там с щитовидной железой что-то, наверное, так, ну, ну. Сейчас у нас была более грубая работа. То есть внешне это сейчас будет выглядеть примерно так же, но более тонкая. Я хочу нервы.